Павел, Татьяна, добрый день. 31 декабря 2020 года. Снимаю первый видеообзор по изготовлению вашего дома. Заклад, первый венец. Выставили первый ряд, закрепили диагонали и выставили первый колодец по уровню, по нивелиру. Вот он, первый ряд уже прирублен, а сверху поданы бревна, которые еще не прирублены, не причерчены. Снимаю диаметры. Начинаем, как правило, рубить самых крупных диаметров. 36. То есть в среднем сейчас идут 36-е, 34-е бревна. Это обозначен вертикальный уровень, по которому дальше пойдет изготовление сруба. Вот еще один ряд, тоже очень крупный. Давайте пойдем дальше. На бревнах есть небольшой снег и опилки, которые обязательно сметаем перед тем, как прирубить бревно. Ребята, обозначают четко центра бревен и по ним уже выставляют бревна. Сейчас бревно еще окончательно не выставлено. Видно на заднем плане заготовленный зимний лес, его меньшая часть, которая вывезена на площадку. Там бревна, вот ближе, под небольшим снегом. И, собственно, в кадре ваш сруб, первый колодец. На заднем плане рубим второй дом, Грязовецкий район. Ну и начали рубить ваш дом. Продолжим изготовление сруба 3-4 января, после праздников. Поэтому с наступающим вас Новым годом! Приезжайте обязательно в гости в праздники, на производство, познакомиться с бригадой и лично посмотреть, как идет изготовление вашего дома. Спасибо за внимание. До свидания.